космическое утро, друзья. С вами Сергей Столбов, и я веду свой космический репортаж из космической резиденции нашего космического президента. И сегодня я хочу передать вам космическую энергию, космическое настроение, космический пейзаж, который просто невероятно крутой за окном. Хребет горный Хамардабан, Ангара, Байкал подо льдом, свежий, теплый, добрый ветер перемен. И самое главное, к нашему космическому настроению добавляется космическая дупликация. Надо делать то, что делает наш космический президент. А он по утрам пьет продукты клеточного питания, которые являются сублимированной сушкой. Разные продукты. Это и LF8, я уже выпил с утра. С утра я сделал зарядку, космическую зарядку. Сделал йогу. Космическую йогу кундалини для седьмой чакры, которая называется коронная, которая пробуждает центр управления делами Вселенной. И сейчас я хочу выполнить дупликацию, которую опять же показывает наш космический президент Андрей Шаура. Я буду пить замечательный космический продукт Nutrink, мой любимый продукт, который я полюбил уже. У меня такой пока еще не пришел, но Андрей меня угостил. И что он делает очень щедро, и это очень правильный пример. А он дает пробовать продукт всем. И это очень правильно, потому что люди, попробовав один раз, уже не могут отказаться и понимают, что это вкусно, это питательно и это правильно. Это сытно, и это делает так, что ты и сытый, и у тебя нету полного желудка и полного кишечника всякой требухи. То есть новая технология. Новая жизнь, новая возможность. Вот, пожалуйста, я буду пить сейчас этот потрясающий напиток, в котором есть все. Основа его, конечно, это семена чиа. Это просто космос. Это просто невероятно. Итак, космическая история продолжается. Доброе утро, друзья. Вам из отеля Анастасия. С вами Сергей Столбов. И я пью замечательный Nutrink. Фантастика. Ничего нет вкусней. И это очень полезно. У нас вчера был президентский ужин. Андрей Артурович накрыл стол. Нам не удалось все съесть. Это невероятно вкусно, невероятно много, невероятно сытно. Но самое главное, что персонально готовят продукты повара персональные, да, которые специально ездят в Иркутск для того, чтобы купить специальную еду. Это было что-то фантастическое. Я хочу сказать, что мы просто наелись так, что никогда не ели, уже давно перешли все на такое упрощенное питание. Вы знаете, есть очень хороший закон. Если хочешь жить дольше на 30%, то живи, то ешь меньше на 40%. Это сказал американский ученый Винсент Жан Папа. А как это сделать, никто не знает. Вот оно решение. Съел капсулу, и ты практически сытый. Сыт, вот я съел капсулу, и я сытый до обеда, я практически не хочу кушать. Да? Сейчас я выпью вот этот потрясающий Nutrink, я опять сытый и не хочу кушать. Но внутри все хорошо и становится свежо. Я просто хочу сказать, что легко, есть легкость. Я сделал зарядку, сделал йогу, принял душ. Настроение потрясающее. Выпиваю сейчас замечательный вот этот продукт. И жить хочется, и петь хочется, и радоваться хочется. И хочется делиться с вами, друзья, позитивом. И состоянием, вот этой вот состоянием ситуации и возможности, что можно сегодня, во-первых, быть здоровым, во-вторых, быть энергичным, во-вторых, быть позитивным, в-третьих, быть в той реке, которая плывет в правильном русле бизнеса. Это не инвестиции, это не какие-то вклады и риски. Это, понимаете, это товарный бизнес, причем на пике возможностей. Лучшая в мире система продвижения «Успех вместе». Это круто. «Успех вместе» – это мое. И лучший в мире интернет-магазин, который предоставляет как раз вот такие продукты сублимированные. Именно продукты клеточного питания, которые кушают сегодня космонавты по 300 дней на космических станциях. И живут долго и счастливо. Это продукция 22 века, которая позволяет людям быть энергичными, веселыми, жизнерадостными. И жить долго и счастливо. Если вам это интересно, то давайте разбираться вместе. Звоните, пишите, помогу. Внизу есть ссылка, знаете, что сделать. Не первый день живете. Но просто я говорю вам, welcome, двери открыты. Пробуйте. Пробуйте новую жизнь, пробуйте новые технологии. И не отставайте, потому что жизнь бежит очень быстро. Очень быстро.
Ну, а нам же хочется пожить и порадоваться. Поэтому я желаю вам жить и наслаждаться еще при этой жизни. Сделайте все, что вы можете, потому что если вы не сделаете, то никто вам не поможет. А если хотите, не знаете как, обращайтесь. Приходите к нам на нашу благотворительную Академию Успех Вместе, в которой сегодня любой человек может пройти презентацию, тренинг, тренинг личностного роста, тренинг по отношениям, тренинг по финансам, тренинг по развитию, тренинг по тому, как коммуницировать с другими людьми. То есть основы жизни долгой и счастливой жизни, да? Основы здоровой жизни, основы богатой жизни. В общем, мы говорим вам welcome, а вам уже принимать решение, войти в эту открытую дверь или нет. Бесплатно. Люди боятся зайти и зарегистрироваться, стать партнером. Это бесплатно. Бесплатно. От вас ничего не требуется. Просто зашли, посмотрели, что здесь не кусаются. Здесь интересные, позитивные, такие энергичные люди. Люди, которые хотят принести пользу людям, которые хотят принести пользу миру, которые хотят принести пользу вам. Ну так вы примите это, откройтесь. Просто зарегистрируйтесь. После того, как вы нажмете стать партнером, запишите свое имя, фамилию, электронный адрес. Все, вы стали партнером, у вас открылся кабинет. В этом кабинете слева появляется у вас возможности. Презентация, конференция, архив. Вы можете посмотреть встречи, которые были. Вы можете посмотреть тренинги космические наши, которые проводит вот из этой космической станции президентский отель «Анастасия» наш президент космический Андрей Шаура. Ребята, столько энергии, столько жизни нету ни в одном проекте. Столько денег нету ни в одном проекте. Я недавно вошел, я присоединился к Андрею, вот только недавно. Но я вижу, что сегодня происходит. Прошла акция, во время которой люди заработали от 500, 800, 1000, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 55 тысяч долларов. Здесь деньги есть. И здесь вас научат их зарабатывать. Лично я помогу всем, кто пойдет за мной. С Богом, друзья! С вами был Сергей Столбов. Увидимся. Пью за вас. Будьте здоровы. Счастья, здоровья и успехов всем людям на Земле. Успех вместе. Это круто. Успех вместе – это мое. С Богом.